село Самино – бесценная жемчужина в ожерелье святых мест России. И наши земляки решили именно тут воссоздать традиционную в прошлые времена Саминскую Петровскую ярмарку. Она в этом году посвящена самому главному событию этих мест. Село Самино отмечает 170-летие главного своего духовного центра – храма Петра и Павла. Автором идеи воссоздания ярмарки надо называть местного жителя Константина Волкова. Сторонниками и активными участниками подготовки ярмарки стали сами саминцы, ефимовцы, подборовчане и другие жители нашего края. Организаторы поставили перед собой цель максимально создать условия для предпринимателей, мастеров-ремесленников, местных жителей, чтобы в этот день, как и раньше традиционно, когда ярмарка проводилась в этом месте, приезжали купцы, показывали и продавали свои товары, люди обменивались информацией. На просьбу поддержать проект откликнулись многие структуры Ленинградской области и местного самоуправления. Ключевым является участие в подготовке ярмарки отца Геннадия, настоятеля Саминского храма. Именно он автор большинства по-настоящему содержательных и креативных интереснейших моментов. Собственно, сама ярмарка – это большой праздник, который задействует всю территорию праздника. В основе также организаторы ставили для себя цель развития села. И поэтому вот если сравнить с прошлым годом, когда впервые проводилась ярмарка, после того праздника осталось, например, покрашенный мост, чуть-чуть подремонтированный деревянный мост, то в этом году в селе Самино теперь останется, например, детская площадка рядом со школой. Благоустроен и вычищен берег реки. Храм получил массу подарков к своему 170-летию. В рамках исторической реконструкции Саминская верфь состоялся запуск символа села Самино – лодки Саминки. В действии участвовал еще один символ села – гигантский сом. Идей у организаторов много, и большинство из них реализуется уже в этом году. 2 года в Пикалево реализуется проект «Пикалево. Город солнца», а здесь, на ярмарке, художников представляет Александра Спиранская. Она приехала несколько днями ранее и рисовала пейзажи. Свои работы она оставляет здесь, в Самино, и мы надеемся, что это будет началом какой-то коллекции художественной, что будут сюда приезжать фотографы, художники, эти места рисовать, мы будем таким образом популяризировать, и к следующему разу это уже будет большая-большая выставка. Вот, например, ВДПО, они привезли сюда, познакомили нас с Ленинградским клубом исторических путешествий «Былина». Познакомились на историческом фестивале Ладога, в Старой Ладоге, собственно, там был большой фестиваль, где представитель присутствовал, ему понравились наши интерактивы, наши выступления, и поэтому пригласил нас сюда. Особый статус истории села придает имя императора Петра I. С ним связана Тихвинская водная система, знаменитый Ярославский тракт. Территория поселка Самино упоминается аж в 14 веке. Девиз ярмарки звучит так: «Возрождая традиции», подчеркивая тем самым поставленные амбициозные цели. Мы постарались сделать ее максимально привлекательной именно для людей, которые стремятся что-то сделать своими руками.